Сегодня на улице Дальней в южной части Полевского строят лыжную базу. Как идет строительство, сегодня проверяет глава города Дмитрий Филиппов. По задумке авторов проекта, дом в стиле шале должен отвечать всем требованиям и стандартам современного спортивного объекта. На 300 квадратных метрах разместятся тренерская, пункт выдачи лыж, раздевалки. Вот это вот буфет, и вот это вот одно помещение для буфета, это вспомогательное для буфета. А то что? А? Это тоже буфет относится к... Лыжная база должна стать современным спортивным объектом, который предложит жителям города отличные условия для отдыха на природе. Согласно муниципального контракта, объект должен быть подключен ко всем коммуникациям и сдан в эксплуатацию уже в конце марта 2012 года. Сегодня строители, подрядные организации, ремонтно-реставрационные работы приступили к внутренним отделочным работам. Идет установка дверей, на первом этаже застилается половое покрытие. Но объем выполненных работ не устраивает главу города Дмитрия Филиппова. Судя по работам, я 1 апреля не вижу здесь. А потом дорого яички по Христову дню. Надо сейчас форсировать. Это позориться. Я вам реально говорю, я Гредину отправил по порту. Депутатов не приглашал. Сегодня на объекте, по словам подрядчика, трудятся 24 работника. По мнению главы города, численность строителей необходимо увеличивать как минимум вдвое для того, чтобы уложиться в установленные сроки. Сергей Шадрин, главный инженер ремонтно-реставрационных работ и ответственный за стройку, соглашается с Дмитрием Филипповым и уверяет, что задача, поставленная городом, будет выполнена. Мы приложим все усилия, чтобы выполнить свои обещания. Мы тоже хотим получить хороший продукт, качественный. Поэтому, может быть, у нас и со сроками получилась, значит, задержка, потому что мы хотим выполнить качественную работу. Лыжная база на улице Дальней станет вторым спортивным объектом в южной части Полевского и наверняка излюбленным местом отдыха жителей всего округа. Важное очень событие для южной части города, запуск в эксплуатацию лыжной базы, долгожданная лыжная база, да? По-моему, хороший очень проект, смотрится неплохо, деревянное исполнение. Хорошо, что мы не пошли все-таки по модульному пути. Вот, задача какая ставится? Благоустройство в зимнем варианте. Здесь закончить работу в целом, в основном. С тем, чтобы 25-го действительно не показуху устроить, а нормальный спортивный праздник. И сделать так, чтобы южане уже могли пользоваться. После наступления тепла, значит, выполнить асфальтовую работу, значит, выполнить по постоянной схеме электроснабжения базы и наружного освещения. Ну и на будущий год уже... Этот объект должен быть 100% запущен с выпаданием первого снега. Если задача, поставленная сегодня перед строителями главой города, будет выполнена, то можно предположить, что первый старт от новой лыжной базы будет дан уже на следующей неделе. Ксения Балденкова, Сергей Чижов, новости нашего города.